можешь за меня поболеть? Конечно, приду, сынок. У меня матч поважнее сегодня. Минздрав утверждает, ты сильнее без алкоголя. Сотрудниками Асбестовской госавтоинспекции в центре города остановлен пьяный водитель. 25-летний мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повторно, поэтому понесет уголовную ответственность. Материалы по данному факту уже переданы в органы дознания. Подозрительный автомобиль под управлением этого водителя попал в поле зрения сотрудников ГИБДД 19 октября около 23 часов вечера в районе дома 26/2 по улице Ленинградской. Транспортное средство было остановлено. После процедуры освидетельствования подозрения подтвердились. Прибор показал наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в объеме 0,25 мг. Причем в апреле этого года мужчина уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Напомним, санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. На место правонарушения была вызвана следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции были составлены все необходимые процессуальные документы. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Он понесет ответственность, предусмотренную статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, где самым суровым является наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Госавтоинспекция города Асбеста обращает внимание, что мероприятия на предмет выявления признаков опьянения у водителей носят системный характер и будут проводиться сотрудниками ГИБДД постоянно. Будьте благоразумны.